Все вы прекрасно знаете такую игру, как Dead Cells. Dead Cells, вот. Эта игра безумно на нее похожа. Привет, Стронг. Эта игра безумно на нее похожа. Сейчас вы увидите, она прям один в один практически, но это что-то новое. Ключик нам дали погонять, попробовать, постримить ее. Не назвать это рекламным стримом, это все-таки моя большая инициатива поиграть в эту игру, но все же. Когда будут нонсабни, не знаю. Так, геймпад работает вроде как. Геймпад работает или не работает, непонятно. Он то работает, то не работает. Go Smite. Smite скоро будет, ребят. Надо коды разыграть будет. И все такое. Дайте мне отдохнуть чуть-чуть от Смайта. Привет, Раиска. Дайте вот чуть-чуть отдохнуть мне от Смайта. И все будет. Я не понимаю, в ней геймпад не работает или у меня другой? Блин, другой. Сейчас я отрублю его. Здорово, здорово, ребят. А почему-то этот он не видит. О, господи, а кнопка работает. А почему он этот геймпад не видит? Это мышка. Раз нравятся рогалики, попробуй игру Hades. У меня ее нет, не куплено. Так, давайте 5 сек, подождите, чат. Разберусь, почему-то геймпад не видит. Может, вот в настройках что-то? Расскажите пока, как у вас дела, чат. Я эхо включил. А так? Так нормально? Да есть штука, блин, крутая, я вам говорю. Вот, кстати, скажите мне сразу, сильно отдает? Сильно отдает фанам? Это по себе, если я буду таким голосом на стриме говорить, на каком... Точнее, вы этот голос будете включать. Сильно отдает. То есть сильно фонит, да? Рассинхрон звука. Я чуть не... Я пока просто настраиваю. Я просто настраиваю. Неприятный гол. Все ясно. Ой, чат, такой чат, конечно. Давайте так, давайте так. Так меня хорошо слышно, чат? С этим я потом разберусь. Слова тяжело разобрать, но на прохождении, думаю, самое то. А сегодня не Overwatch? Нет, сегодня нет, я решил поменять. Паладины будут... Смайт и паладины, скорее всего, на следующие пару стримов будут. Мне нравится голос. Я и так сейчас с фильтром базарю, Дим. Здорово, Фазан. Чё-то вас налетело так много. Чё это за музыка грустная? Это в игре музыка. Я почему-то... Игра не видит мой геймпад. Кто шарит? Почему такое может быть? Типа, вот игра. Но она не видит мой геймпад. Давайте я начну. Может быть, потом увидит. Когда-то Каллаган бурно рос и был одним из передовых научных центров мира. Однако его развитие остановилось с приходом захватчиков, готовых на все ради чужих технологических прорывов. Чтобы помочь своей родине переломить ход войны, ученые Каллагана создали генетических суперсолдат. Кто-то запустил, блин, это. И все испортил, чат. А я вебку выключил. А. Ну, короче, игра не видит мой геймпад. Игра не видит геймпад. О! О! Так, что мы могем? А, патроны ограничены. Понял, принял. Короче, какие-то корпорации где-то...
Чёртовы паразиты, я помню этот лес, когда-то был полон жизни, а теперь он весь покорёжен, как и все вокруг. Окей. Вниз нельзя? Здорово, Уткин. Здорово, ребят. Безумно рад всех вас видеть. Нажмите прыжок и удержите, чтобы увеличить... В смысле? Так, монетки. Нажмите несколько... Ну, как я нажимаю? Ага. Для дальнего боя. А если я хочу в ближнем? Ха. Холодные хиты восстанавливают... Ага. Так. Как он мне в задницу ударил? А как? А я могу эвейдить их атаку, интересно? Когда началась война, ржа быстро взялась за дело. Кстати, патроны ограничены, стрелять особо нет смысла, да? Нажмите. Так. Этих можно вообще, короче. О! Не, ну визуальная игра красивая, да? Визуальная игра красивая, чат. Все, я понял, а видеть все-таки можно. Очень похоже на Dead Cells. Прям очень похоже на Dead Cells. Не знаю, насколько это правда. Нет, это не Dead Cells. Но, как говорится, всем любителям Dead Cells посвящается. Здорово, Авкана. Можешь еще раз выстрелить? Нет. Выстрелил, на нее выйдется. Выстрел на нее выйдется, кстати. Тихо, тихо! Ты шо, мать? Да, выстрел от слова совсем не выйдется. Интересно, есть секретки? Они стреляют? Ага. Так. Есть те, кто играл в Dead Cells и проходил ее? Согласитесь, что очень похоже. Игра платная? Да, она продается в Epic Store за 450 рублей. Или за 550, что-то такое. Я хочу боссов посмотреть. Вы хотите боссов посмотреть? Как вверх стрелять, интересно? Здорово, Селина. Я проходил. Ну что, похоже, да? Согласись, что похоже. Опа, секреточка. Шо, нет, похоже. Нет, Роллингер сразу штыки все воспринимает. Очень похоже, вот. О, это вода, фу, блин. Я бы хочу... Какой книги? Перейти вниз. Ну, это логично, да. Как и в других подобных. Мне... Я хочу посмотреть прокачку. У меня есть Dead Cells, ребят, с последним DLC. Мне тоже ключ прислали. В последнее время, кстати, зачастили с ключами. Очень много ключей присылают на игры. Вот. Поэтому мои Dead Cells, наверное, потом как-нибудь пройдем. Я хочу, по крайней мере. Да блин. Так, Ори, что-то не очень хочу.
Я на самом деле в платформер захотел поиграть после того, как увидел стрим Груша по Ори. Но Ори что-то не хочу. Она сложная, по-моему. Надеюсь, это не такая сложная. Ого, матка, ля. Ты шо, мать? Я раньше много играл в платформеры, но не в Ори. Siege Over, go-go. Будет сегодня, возможно, Overwatch еще будет. Я, скорее всего, сегодня голосовалку кину вам в чат, и вы сами решите, что сегодня будет. Сегодня, кстати, вот сегодня, считайте, что сегодня день нон-сабов. Это что за штука была? Планы меняются. В смысле? А что это была за штука, вы видели? А что за фана? Окей. Разбивать нельзя. Храм. Ля, храм какой. Перс только один. Но я не выбирал ничего, игра вот только запустилась. А смысл какой туда залазить? Подожди, там что-то есть, наверное. Сюда? Нет. Я хочу прокачку посмотреть. Можно мне прокачку уже? Кастомизация есть? Пока не было. Стрим лагает. Чат лагает стрим у кого-то? Здорово, Джеронима. Джеронима, это поставил State of Decay? Я сегодня хотел поиграть в State of Decay. Здорово, Вить. Или Витя уже здоровался? Вот эти уже посложнее. Тихо, тихо. Так. На визуально, конечно, симпотная игра. Ля какой. А стало еще хуже. Что-то в храме пошло не так, чат. Так. Здорово, здорово, здорово. Что это было? Ночной кошмар? Неважно. Меня ждет задание, меня ждет задание. Ой, ля, как красиво. Ля. Ля, Поригон. Собрать. Да ты шо, ля. Дэш вперед. Чего, подожди? А чё я сейчас... А, у меня откат, господи. А можно как-то? Я хочу проверить, как работает. Верните мне откат. Ладно. Так, у нас есть еще активки. Походка странная. Ну, такая, да. Окей, есть активки. Интересно, можно заменять активки? Аванпост, чат. Это наш аванпост. Красноречие. Оу, щит. Давайте смотреть. Так, у нас есть что? Что на что агрессировать? Убийства имеют, ну, разные шансы, видимо, от левела зависит кровожадности. Получить лич. Пиявка. Кража жизни при нападении врагов длится 5 секунд. Нестабильные... Так, забастовки. Нанесение урона. Шанс прикрепить заряд взрывчатого вещества. Тихо, чат, кто... Хорош, блин, стрелять. Лонгинг? У меня ее нет. А, не, у меня лонгинг есть, кстати. Я сегодня, может быть, и лонгинг хотел запустить. Тоже вам показать, что вы поржали, кто не видел. Так, охотничий инстинкт. От сделки имеет шанс прикрепить трос. Тросса? Процентная вероятность присоединения. Тросса, защелка к цели, повреждающая движение, ломая на максимальном расстоянии. Получение урона. Так, нанесите урон с течением времени, распространяясь на ближних врагов. Ну вот это, кстати, нормальная штука. Давай вот это прокачаем, наверное. Вот. Хотя это сингл, можно было и апать. Ага, тут можно, наверное, заменять, но у меня пока нечего. Короче, пока ничего нету. Так, а это что? Телепортация. А дальше что? Кузница.
Ага, можем меч крафтить, я понял. Но это пока ничего не можем крафтить. Телепортацию не пойдем, посмотрим, что здесь есть. Так, локация тихие заросли. Ага, и обратно нас не пускают, я понимаю. Я понимаю. Похоже, нас стало терять время. Аванпост. А что происходит? Пока непонятно. Игра выглядит интересно. Пока да. Я хочу Dead Cells с интеграцией поиграть в Twitch. Типа, там же можно, чтобы вы за курочку играли, чат. Ну, не играли, а делали всякие штуки. Поэтому, если это мне понравится... Ого, он урона нанес. Я, может быть, Dead Cells потом буду на стриме проходить. А как ее и видеть-то? О, щит, это что, доспех? Чат, доспех какой-то. ХП, нету ХП уже. Сейчас бы Вори поиграл? Не, не хочу. Это не Dead Cells, алло. О, щит. Вы видели? Он типа не выйдется. Да блин. Нельзя спешить в таких играх. Щит. Тихо. Ладно, посмотрю, что будет после смерти. Ничего не будет после смерти, понимаю. Ориентир. Что за ориентир один? Тяжело. Непонятно. Как будто бы урона у меня мало. Как бы мне урон прокачать? В смысле, валять, я не понял. Не, меч нельзя было улучшить. Или мне хватало уже? Принимать. А как открыть мой инвентарь или что-то такое здесь есть? А, вот цариля. Мощность 10. А ну-ка, давай лук попробуем. Ага, вот, подожди. Бронька-то не была одета. Визуально броня не меняется. Лук бесконечный, интересно? Нифига он не бесконечный. Нифига он убивает. Ой, один патрон остался. Дотестился. С шутанами разучился играть. И такое может быть. Да блин. А, не, его можно и видеть, только подальше чуть-чуть. Да блин, он отталкивается почему-то. Так, это секретик, да? Это просто секрет. Тихо, туда мы не пойдем пока. Почему мы оттуда пришли только? Так, окей. Ладно, мы будем хитрыми, хотел сказать. Не получилось быть хитрым. О, господи. Нет, нет. Так, все нормально, чат. А, я не понимаю, откуда у меня берутся стрелы или патроны, или что это вообще. Похоже, я на верном пути, но как вообще это... Ну как она вообще оказалась? Кто она? Ты хоть скажи, кто она? РТ. Я путаюсь все время, ну да. Так. Вижу лестницу. Ага, здесь как и в
собственно, в любом платформере, да. Мне, короче, нужно сначала обилку, чтобы туда залезть. И поэтому мы идем по доступному нам пути. Что-то мне не нравятся вот эти зеленые штуки. От слова совсем. Из геймпада, да. Генерируется как Dead Cells, думаешь? Лё, какая. О, блин, она плюется. Я думал, она закрывается. Ну ладно. Мне нужен какой-нибудь лайфстил. Оп, секреточка. Жалко, не на ходу бьет. Да, было бы проще. Ну тогда подожди, было бы проще. Привет, на крыльях музыки. Какой ник, блин, крутой, на крыльях музыки. Блин, меня радуют ребята, которые такие ники делают. Лё, меч новый. А давайте посмотрим, поменяется или нет. Смотри, сейчас тоненькое шило какое-то. Мы берем вот это. Да, смотри. Медленнее бьет, но урона, видимо, гораздо больше будет. Кайф, кайф. Так, вот здесь еще что-то. Здоровье 8%. Лё, сколько хп у нас. А, так я могу хилиться. Заполняется, интересно, хилка? Ни хрена не заполняется, зачем заюзал-то? Тихо, тихо. Да блин. А вверх не ударит, да? Ага. Нормально меч бьет, кстати. А чё я вот сейчас, я чё подобрал? Еще один меч. Шанс наложить заразу, а здесь шанс запустить взрывную волну. Какой возьмем? Тоненький? Так, и новая бронька. Ага, есть крафт, ребят, видимо, какой-то. Потому что броньку можно разрушить, вы видели? Привет, хорошо, что успел. Здорово, киборг, не, только стартанули. Не, здесь в полете тоже можно бить, вон. Тут, что побыстрее. Ну да, если урон одинаковый, то логично, согласен. Логично. А что за... Не, здесь тоже можно на ходу бить, видишь? Да блин. Но неудобно немножко, не так как в Dead Cells. Dead Cells как-то механика поинтереснее. Новая пукалка. Я вообще не понимаю, как можно в платформеры не с геймпада играть, если честно. Кто увидел, как, когда у меня зарядилась вот эта обилка? Каким образом она зарядила? Нет, она явно не от них заряжается. А как же она заряжается тогда? Не, зеленый я... Это облако, это понятно. И что делать тут? Сюда. Здорово, матка. Сейчас я побыстрее, конечно, их убиваю. От ударов чуть-чуть. Да, странно заряжается. Ты что такое? Бля, далеко как полетел. Фига, они жесткие. Блин, можно было бы стрелы поднимать, было бы удобнее, да? Ай, ты крыса.
Ну, графика не хуже, чем Dead Cell, согласитесь. Сейчас до боссов дойдем, посмотрим, что за босс будет. И там вообще станет все на свои места тогда. Да блин. Смотри, пуля как будто летит в меня этим. Сама. Сейчас бы через стену стрелять. Босс должен быть супер мощным. Я надеюсь, что мне дадут хилку зарядить перед боссом. Это что за штуки? Не, зачем удалять его? Это что, псих? Не, если вам понравится, и мы ее пройдем. Согласен. Вы что, жуки, что ли? В смысле, согласен. Вот хотите в натуре, прямо вот сейчас договоримся и пройдем. Кстати, чат, кто не сидит в Дискорде, я вчера купил Биошок. Ну и вы понимаете, да, чем пахнет. В скором времени, наверное, у нас будет еще и Биошок. Так, активировать. Какие игры сегодня будут, я еще не знаю пока. Чат — это семья, да вообще не говоря. А где моя поддержка, чат? Алло, где донаты, где все? Все вы ждете с Майта. Понимаю. Так, а что толку, что я активировал? Что-то должно было включиться, видимо. Ты не в чате. Это что лежит? Я могу двери? Двери не открываются, кстати. Как же заряжаются эти хилочки и все остальное? Так. А, я, видимо, пушки отключил, да, здесь? А что, я сюда не могу? Да блин! Да блин! О, пошли байты. Еще поработали они, дядь? Какие тести, алло? Так. Тихо, тихо! Не то нажал! Не то нажал! Ай, в кнопках запутался, чат. Блин, в кнопках запутался, как дебил. На обычных умер. Ориентир 2. Пока улучшать ничего не будем, но типа просто посмотрим. Ориентир 2. И что, далеко я? Господи, я просто жесть, как далеко, да, от того места, где мы были. Видимо, нам нужно прокачиваться, счет. Другого у меня варианта нет пока что. Ну, я правда миснул. Максимально банально, но я просто не ту кнопку нажал. Кришканец. Кто-то подписался, но у меня почему-то не сработало. Не сработало. Блин. Да блин! Максимально неудобно стрелять, если честно. Да и кнопку не ту нажал, подкат перепутал. Давай, матка. Клава надо? Не. А почему у меня не... Во. Спасибо за подписку. А почему? Что с сообщениями?
с оповещением. Ребят, кто на YouTube подписан, спасибо большое. Да вам бог здоровья, чат. Как говорится. Как говорится, чтоб выстоял и деньги были. Ай! Спасибо за подписку, ребят. Короче, главное дальняков убить, которые вдали стоят. А если подписалась лесбиянка, зачем? А, ну да, согласен. Согласен, не подумав. Стример, как обычно. Да блин, их перепрыгнуть как будто бы нельзя, только увернуться, прям жестко увернуться. На него что-то сработало, видели? Опа, кольцо мощности, мощный. Так, давайте смотри. О, щит, кинжалы есть. Здорово, Влад, дела хорошо? Дела хорошо. Не могу зайти в дискорд канал, почему? Ой, лук 17, а я с 10, блин, стреляю, камон. Так, бронька 18. Урон от ударной волны. Кольца, таты шоля. А можно одно только? Да, можно одно. А, ну тут у меня все по максимуму. Ля, сколько хп стало, чат. Ля, какие клинки. Че за игра? Forgetten называется, как-то так. Там посмотри, она ж подписана должна быть. Да блин, ты че мудила, блин? Фургон или Forgetten, да, что-то такое. Фургон. Так. Блин, комбинации прям крутые. Мне кажется, луком стоит пользоваться чаще, когда урона получаешь. Да, но пули ограничены. Смотри, сколько у меня пули осталось. И типа вот на обычных рядовых монстров их тратить не самая лучшая идея, мне кажется. Скажи мне 10 пальцев, я хочу 10 колец. Ну, естественно, 10 пальцев, 10 колец. Да. А, смотри, они восстановились, но то, что я сделал, оно как бы так и осталось. Тогда мне наверх не надо, там вообще ничего нет. Срок действия. А, блин, Аня или кто-нибудь, можете зайти на YouTube и скинуть актуальную ссылку на Discord, пожалуйста, приглашение. Там ссылка истекла, блин. Я вроде как делал постоянную, но что-то пошло не так. Мощность еще что-то еще мощнее выпало? Нет. Кто-нибудь из активистов может скинуть на YouTube? Пожалуйста. Блин. Клинки на ходу бьют. Я не понимаю, я не могу и выйдет выстрел. Только увернуться, только в другую сторону увернуться. Это максимально неудобно. Смайте, добавлю, конечно. Что ж нет-то. Когда зайду в него. Ха-ха-ха. Клан, да если что, вступайте. Вот тут. Блин, ты что такой хитрый? Тут я откипел, да? Ля, там какие-то новые стрелки, чат. Синие, а что там все синие? А мне туда можно? А может быть, мне туда уже нельзя? О, это усиленные, понимаю. Ключи чат на экране маленький. Не, пока не хочу. Я вам потом расскажу. Может быть, еще будут кое-какие изменения на канале. Может быть. Ты шо? Зачем чат? Ну, он YouTube хочет видеть, наверное.
Какие они мудаки вот эти. Зачем делать таких мобов, от которых жопа горит? Игруха топчик. Но пока она выглядит очень круто. Так. Есть проблемы с хилом. Лёка, блин, красиво выглядит, чат. Ну согласись, что красиво выглядит. Смотри, какие штуки всякие. Я думал, я секретку нашел. Кость, радуга, пишите. Да в дискорде нужно писать. Во флудилку, ребят. У нас есть беседа, ну, чат обычный, созданный в дискорде, называется флудилка. Если что, пишите. Да сейчас пойдем куда-нибудь, сейчас пойдем. Так, я похилился, ванпост. А может и не пойдем, посмотрим. Похоже, я на верном пути, но как она вообще оказалась на свободе? Кто на свободе, про кого мы говорим? Эта игра, ребят, она пока в бете. Это не факт, что будет прям прохождение полное. Она, по-моему, сейчас... Она еще не вышла. Она вообще в 2021 году, по-моему, выходит, полная версия. Держу в курсе. Вы сейчас наблюдаете эксклюзивный геймплей, как говорится. Вы наблюдаете эксклюзивный геймплей. Ты что, больной? Блин, а чё Джеронима, кстати, отписался? Я ж у него спросил про этот, про State of Decay, и не увидел, что он написал. Блин, да нет. Не-не, в смайт, не. Не сегодня, ребят. Да блин! Что, издеваетесь? Давай так тогда. Так. Надо Ани модерки выдать, короче, везде. И добавить всякий функционал для модеров. Ваня там могла всех кнутом пороть. Я могу команду ограничить. А! Только для админов. Как это зачем? Чтоб ругала их. Кнут надо. Кнут вот надо сделать, да. Ловко С. А я могу как-то. Нет, пилу никак не обрубить, понимаю. Так, и тут не пройти никак, понимаю. Не понимаю, зачем генераторы включаю, а не дверь открываю, я все понял. То есть, если я сейчас запарюсь, то и фиг с ним, как бы. Так, сначала надо вот этих петухов убить. Блин, ау! Блин, а что вот здесь делать? Я тебя зарашу. Пушечку вижу. Клинки огонь вообще. Понимаю, так. И тут дальше не пройти. Где-то еще генератор не включен. Блин, вообще не выйдется эти выстрелы, это просто жесть. Здесь прям выстрелы, это имба вообще имбалансная. Хорошо, что они вот так вдвоем подошли.
Потому что вот этих усиленных я бы не победил так просто. Так, а есть что-то новое? Клинки. У меня есть сейчас с какими? Я сейчас вот с этими. Шанс прикрепить взрывчатку. Шанс наложить заразу. Шанс наложить стазис. Шанс оглушения. Блин, хочу оглушение. Так, так, 17 лук. Все нормально. Урон от заразы. Ударные волны. Давай ударную волну проверим. Тут, тут все. А тут что? Вот это что? Это щиты какие-то или что? Герб. Просто герб. Как там твоя девушка, забыла, как ее зовут? Кормящая рука называется. Здорово, Костяныч, здорово, дядь. Типа нынче с нашими донатами на стримах она и правда кормящая рука, если что. Так. Ой, блин, я же... Не то нажал. Да блин! Да блин! Тихо! Выключено это! Дверь закрыта! Так. Ну, я еще не знаю, Дримгар, я еще не знаю, как будет. Не хотят донатить сюда, вообще не говори, Сморкич. Здорово, Насфер. Я типа планировал сегодня бахнуть Overwatch Paladina стрим, но решил поиграть в новинки, которые мне присылают. Мне просто, понимаешь, мне ключи присылают, а когда я их не стримлю, меня за это потом ругают. Типа, какого черта мы тебе там типа присылаем, а ты типа не запускаешься. Я такой, ну типа, камон, да. Из-за Warzone? Серьезно? Блин, хорош, Уткин. У тебя работает она нормально? Ты будешь в моем отряде нынче с Дримгаром и со мной? Блин, я заразился говной. Здорово, Рождан. Ого. Тихо, не доросли, еще маленькие. Блин, как ее? Ты чувствуешь, когда потратил на ком 25к, запустил Warzone, он лагает. Работает. Ну, нормально работает, Уткин, все, тренируйся. Там, если что, у нас есть уже вайп-отряд, мы называемся, если что. Патронов. Патронов нету, чат. Но дверь открыта, вы держитесь там, если что. А представляете, а утка мог бы мне все это задонатить. А я теперь сижу тут этот, безденежный. Так мало, но у него на был же комп 25к, не новый комп имеется в виду. Он апгрейд сделал. Блин, мир просто разрушен. Мир просто разрушен. Что здесь случилось? Ну захватили там какие-то корпорации, ну и шо? Египетские силы. Силы Египта, дай мне силы. Но эти уже легенькие, конечно. Ого, там видели, носится кто-то. Ты шо? А, ну ты носишься так чисто. Ха. Не особо это помогло ему. Как игра выйдет, такой, знаешь, весь лор. Но есть такое, да. А вы что, я не пойму, не рады, что я в новые игры показываю? Че шо? Блин, надо вот этого бахнуть сначала. Или вот так сделать. Не, Уткин, он же этот консольщик, ребят, вы не забывайте об этом.
Жесть, он мне прям в бочину выстрелил. Я считаю, что нужно отыгрывать такой обмен игры на стрим, главное денег не тратить. Не, я ее не купил, мне ее прислали, вы шо? Ждем интерактива. Привет, Кихлолик. Интерактив, кстати, может быть в Dead Cells еще будет. Там можно такую же интеграцию с Твичом замутить. А у меня Dead Cells уже новый прислали, как бы, вместе с новым DLC, если что. Костяныч, лё, ты шо, на пятихатку, дядя? А можно Кости, как бы... Можно Кости похлопать, как бы, лё, чат, что делать? Костяныч, Петрофанчик, спасибо тебе огромное, дядь. Сейчас это такая редкость на стримах. Что это прям жесть какая-то, спасибо большое. Дай бог тебе здоровья, Костян. Я понимаю, ребят, что не смайт и все такое, но, камон, вы и меня должны понимать. Точно стоя, Насфер? Подожди, подожди, я куда-то... Я не понимаю, мне сюда нужно или нет? Плюс час за кость, плюс час за кость. Как смайлик с обнимашками отправить? Да его пока нету, но скоро, возможно, будет. Есть небольшие планы насчет еще кое-каких изменений на канале, я потом вам покажу чат. Но если вы будете вот таким вот образом все это поддерживать и мне помогать, то камон. Да сердечек достаточно, ребят. Сердечек для того, кто поддерживает, достаточно. Раз уж стримеру не отправляете сердечки. Ты что, будешь стрелять сейчас? Во, можно еще юзать эту эмоцию, кстати, для такой ситуации. И как мне его запушить, не получая урона? Вот так вот. Стример не заслуживает, да в смысле? Ладно, ладно, но Костян заслуживает, я согласен. Тихо, ты что тут делаешь? Так, секреточки или не секреточки. Ой, что-то светится, ля. Принять. А что мы подняли? Ля, лук 23-го левела. Урон от пуль. 5% шанс получить 25 к здоровью при убийстве. 5%, правда, всего, но... Мое почтение, как говорится, такому луку. Так, сойдет? Конечно, дядь, сойдет. Блин, мне что-то захотелось Dead Cells. Пойду тоже играть, смотреть. Давай, давай. Dead Cells. Я хочу Dead Cells, наверное, пройти. Хочу Dead Cells, наверное, тоже пройти. Потому что-то мне вот... Я в эту играю, мне нравится вообще безумно прям. Ай, блин. Еще бы не тупил бы много, и было бы вообще кайф. Ну вы же понимаете, типичный стример. Сегодня еще будет новая игра. Ну как новая, она относительно новая. Блин, этот выпустил. Или их сколько здесь? Что, не ожидали, да, такой? Вот это момент, вы видели, сколько всего там насобиралось? Так, ля, меч какой. Запустить взрывную волну. Шанс запустить волну. Так, а что-то еще было фиолетовое? Физическое сопротивление здоровья плюс 6%. Кайф вообще. Так, а давайте похилимся. Что за игра будет? Ну, наверное, State of Decay постримим еще. Возможно, посмотрим. Может, в Overwatch пойдем? Я же хотел в Overwatch. Еще есть паладины и розыгрыш Battle Pass на паладины, чат. Все для вас, чат, как говорится.
Ля лук как гасит. Да ты шо, мать. Не в Overwatch, в паладинах. Ля, это я их отравил чем-то? Нормально. Блин, фиолетовые шмотки вообще топ получается. Ой-ой-ой, сколько урона. На этой неделе будут стримы. А сегодня что? Да, конечно, будут еще. Нет, пока нет. Но думаю, если есть идеи, предлагай. Ну, вайп-отряд, наверное, будет для тех, кто играет с нами. Для радужистов, так сказать. И для коловдистов. Только еще придумать какой-то эксклюзив, чтобы все хотели в этот вайт стрим поймало интернет-говно. Печально. Начал в радугу играть? Хорош, Костяныч. Ну вон, нас в радуге уже больше, чем нужно, если что, ну в плане пати. Сегодня еще новенький кто-то написал, то что играет в радугу. Типа доступ без подписки VIP Club, например. Ну, можно. Нет, там розыгрыши проходят для сабов. У нас в радуге много народу. Да? Да. Это ж превосходно, чат. Блин. Ого, их там сколько. Офигеть. Ой, микростаны работают. Новая пушка. Посмотри, что делают. У тебя есть какие-нибудь фразы, которые ты часто говоришь? Не знаю, это надо у ребят спрашивать. Я новенький, так подпишись, если не подписался. Ну не так, да мы два деград отряда будем. Да. Мне кажется, разрушая предмет, ты получаешь резко на улучшение в кузне. Мне тоже так кажется. Потому что не просто ж так они фармятся. Этот скилл имба, сразу говорю. Часто говорит, что я часто говорю. Не, смотри, разрушая предметы, я получаю только деньги. А вот деньги уже, скорее всего, нужны для всяких апгрейдов. Блин, эти жесткие. Дядь часто говорит, да не, дядь, не говорю так. Спасибо за подписку, ребят. Ауч! Жуки, говорю? Да, не, это тоже вам показалось. Так, давайте попробуем до кузни дойти, мы можем. Ориентир, леса, фабрика. А где кузня, подожди. Вот она, кузня. Так. И что? А, улучшить. Вон, смотри, за 180 всего улучшается. А сколько, один левел, да, прибавился? А ну-ка. До 28, бля. Ничего себе. Ну давай, допустим, я вот так улучшу, на пофиг. То, что улучшу, то, что улучшается, как говорится. Остальное давайте разберем. Вот это низкоуровневые. Как их разбирать? Спасение. Ага, ну все правильно. Так. Взрывную волну, урон. Слушайте, а вот на этом мече есть...
ДПС 37, 28. А ну-ка, подожди. Давай, я хочу еще с большим побегать. Можешь сделать для отряда какие-то плюшки на стриме в рут, они типа дешевле заказ мозг. Да, да, могу. Сам говорил, что... Да, я знаю, я знаю. Вот, смотри, я ломаю. Смотри, чик. И получаю за это деньги. Да в смысле? Не понял. Так, ствол тоже оставим. Не знаю, вдруг понадобится. Привет, Снейкмаг, здорово. Ты давно на стриме не видел. Гайден на смайт у меня еще стрелял. Это было 100 лет назад. Да, да, сделаю. Вайп отряд, наверное, так и будет называться. По-моему, забавно звучит. В Дискорде, наверное, будут отдельные комнаты для вайп отряда. Только вы туда сможете заходить. Так, чё, нет, давай все-таки используем этот. Блин, 720 еще больше улучшить. Не знаю, пока ладно, не будем улучшать. Старики подтянулись, да вообще не говори. Так, подожди, нет, тихий заросли я не хочу. Блин, зашел в локацию, которая мне не нужна. Эксклюзивный тег нужен. Ну, ВП, мы будем ВП отрядом. И никто не будет знать, что это вайп отряд. Все же логично. ВП это же нормально, типа вистплей. А у нас будет не вистплей. Так, на фабрику, да, ориентир 2. Че с биошоком будем делать, ребят? Будет велплейт и капа. Капа отряд еще, кстати, можно. Call of Duty, а там можно разве создать эту команду, да? Не сказать, что больше урона, конечно. Ой, ну от маленького элитного я просто распепелил сразу. Забыл в Дискорд канал зайти. Так, там уже все включено. Как всегда, время виновато в отсутствии человека. Я понял, я понял. Но я рад тебя видеть в любом случае. Стариканов мы всегда, как бы, ну, рады, ты же понимаешь. Стариканы — это все наши ребята. Тихо, Максимка. 12 месяцев, Макс, здорово. Это год уже, дядя, целый год. Целый год сабскрубера. Можно похлопать Максимке? Ну, год человек подписывается, ля вообще. Ой, Рома, Рома, господи, Рома, 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 не о том подумал. Рома, 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 Рома. Тихо, тихо, чат, не бугурти только. Ошибся именем, год. Похлопайте Роме. Похлопайте Роме, пожалуйста. Имя перепутал. Я даже не ошибся, я перепутал просто. Да все, хватит. Ля. Зря подписался. Да хорош, ну че. Жалко, на Ютубе так нельзя. В смысле нельзя? Можно на Ютубе, если подписываться. Да в смысле зря подписался? Блин, я запутался. Поругайте Макса, почему он этот... Ой, Ром. Да ладно, сейчас я зарофлил, правда, специально. Романыч, если б ты ники свои не менял, если б ты ники свои не менял по КД, я бы, может быть, и не путался бы. Можно закрепить поцелуем. Хорош. Отписки иду. Один раз поменял. Ну да. Я вообще не люблю, когда ники меняют. Рома, почему ты такой Максим в натуре? Та
Так, кто мне скажет, я правильно двигаюсь? Я отсюда помер или где? Давай, киборг, давай, заходи попозже. Только заходи, блин. Романыч, я тут придумал нам отряды для чата. Ты будешь в каком? Там же, где и Мах? Где я умер? Какие отряды? Ладно, потом расскажу. Ты обижаться перестанешь. Блин, жесткие вот эти типы, конечно. Все, вот здесь где-то, да, я был? Ай, все пули поймал, блин, из-за Макса Рома. Да блин! Так. А, подожди, зачем я ее уничтожил? Так, так, так. Здорово, Тоша, здорово. Регресс отряд. Но я хочу какие-нибудь рофильные, поняли название? Чтобы вроде как и рофильные, чтобы все хотели в этот же момент туда. Май, да, пока да, временно, да. Временно, но не знаю, насколько временно. Привет, герой. Нет. Эдики, нет. Какие эдики, блин, что это за название для отряда? Не, вайп-отряд мне нравится. Капа-отряд мне нравится. Типа это что-то есть прикольное, забавно. Блин, эти стрелучие ползающие гады, это капец, конечно. Да блин. Ого, их сколько. Да, лезь вниз. Мадама. Как тебе Elder's Blood? Я не знаю, что это такое. Что такое Elder's Blood? Это тоже платформер какой-то? Я, кстати, из платформеров, у меня еще есть Бегемот, игра называется, мне прислали, Бегемот. Игра, я не знаю, что это за игра, честно. Естественно, база закрыта. Тут ты шо, комод? Блин, почему не озвучивается сообщение? Комод, я прям специально для тебя сейчас прочитаю сообщение. И Костяныч там что-то писал, тоже нужно прочитать обязательно. Так, все, погнали. Так. Скоро будут нарезочки. Я не знаю, что человек придумает. Но эти уже слабые. Раньше ты говорил, дурилка картонная. Да, было дело. Мы тут на Твиче целый блок написали. В смысле? Ой, блин, что я сделал? Кнопки перепутал. Понимаю. И поймал весь урон. Ну ладно, этот заход можно считать провальным. Парню надо в диз зайти. Да, блин, Комодыч, зайди в дискорд, пожалуйста. У нас флудилка максимально активная, там максимально активный чат, и мы там постоянно, если что, общаемся. Там тебе и подскажут, если что надо будет. Аня, хватит с Роллингером целоваться. Привет, здорово, Хаммер.
Блин, я походу жестоко туплю, мне когда скинули ссылку, я типа по ней... По ней нельзя было перейти, опять пишет ошибку. Будет нарезка по радуге? Да, будет. Вы же понимаете, почему сейчас нарезка по колде? Потому что она актуальна, потому что в нее все играют. Ну, все, кроме моего чата. Давай, давай, команда, еще в Дискорд обязательно, дядь. Мы там максимально активные, ребята. В Дискорде, если что, мне всегда можно написать, ребят, я там всегда отвечу. Это для новеньких. И вообще, для новеньких не помешало бы подписаться, кстати, на стрим. Вы меня сегодня радуете максимально подписками, но хочется еще. Кому? Ане не надо давать оружие? Надо, надо. У меня нет других кандидатур, кроме Ани пока что, на такую должность. Блин, он видели, куда стреляет? Что за фигня? Два раза меня как тупого в чате копируют. Чего? Еще не понимаю, про что-то. Это что такое? Собирать. И что это я взял? Навыки загрузка. Своп навыки загрузка Артаксион. Что? Так. Киньте еще раз. Киньте еще раз ссылку, пожалуйста, Кубику. На Дискорд. Так, там я открыл. Сюда пошел. Тут что-то взял. Если вариант, да вариант, конечно, что-то. Значит, сюда все-таки. Это, конечно, странно. Так. Блин, там синий вон. Или киньте в личку ему куда-нибудь. Можешь в ВК, кстати, перейти по ссылке. Там свежая ссылка, слушай. Напиши в ВК. Восклицательный знак ВК по-русски. Перейди туда просто, да и все. Что за игра? Слушай, называется она... Не помню как. Мне ее только прислали пару дней назад. Это игра из Epic Games Store. Вот. Форсаген или что-то такое. В ВК есть ссылка на Discord, если что. Это... Фаригон, да, Фаригон. Она выходит, ребят, она выходит в 2021 году. Так что считайте то, что стрим вы смотрите, это эксклюзив, как говорится. Ее, наверное, уже кто-то стримил, конечно, до меня. Но она в ближайшее время не выйдет. Да блин. Не бойся, что ты пукаешь своей зеленой жижкой. Ну это я так сказал, Фаригон, по фану. Я же из деревни, мне можно. Блин, будет еще одна пиксель-арт игра, когда она выйдет. Я вам потом покажу. Я ее очень жду, просто мега жду. Но я название не скажу, потому что я его не помню сейчас, к сожалению. Кольцо новое.
Как же они хорошо стали, а? Не, нету там котик. Фогон. Что-то вообще происходит. Тут, короче, какие-то корпорации, я так понимаю, решили что-то захватить. Из-за этого бахнули в полпланеты. Вначале мы читали, я просто не помню. Я просто геймплей на самом деле хотел посмотреть. Блин, странный проход, в котором ничего нет. Но визуально она как Dead Cells. Выглядит прикольно. Ем. Здорово, Даниил, здорово. Оу, лещи, ты как мне выбраться-то теперь, чат? Там слайд в следующую локу. Но я видел, да, только он как бы полу наверху, она наверх не катается, типа. Вот это что такое? Мне вот туда надо. А, вот здесь, господи, все. Я слепой, сорямба. Сорямба, да. Блин. Секретов, кстати, немного. Я не вижу вот секретов здесь каких-то особых. Ой, господи, тебя же даже не видно было. Я не могу прокатиться. А пушка не может пострелять почему-то. Или это баг? В ВК есть ссылки полезные, посмотри. И там есть ссылка на этот, на Discord. Так. Мы до босса дойдем с вами или нет? Я, кстати, все время так говорю, понял, принял. Вот одна из фраз, которую я постоянно говорю, это понял, принял. Блин, я тебя даже не видел, маленький. Да как ты меня зацепила-то, алло? Что-то я топлю. Ну это прям Dead Cells, прям Dead Cells. Просто она новая, блин. Я прям не мог вам ее не показать. Я, кстати, не знаю, есть ли на нее эмбарго, дорога, Джин. Я не знаю, кстати, есть на нее эмбарго или нет, надеюсь, что нет. О, я, походу, сейчас помру. Ну, наверное, нет, я думаю, нет. Они мне написали, что есть эмбарго. Не стрим, типа, жалуйста. Я могу в танк сесть? Нет. Так, а я же здесь был, да? И там проход был закрыт, чи нет? Должна быть карта. Карта, манускрипт. Так, я не был наверху. Карта просто дикая, огромная, на самом деле. Как понять, что у меня где открылось? Ну, вот там дальше проход какой-то. Наконец-то вступил. Хорош. Так, там открыто уже. Тогда мы не были. Только если вон там. Блин. Когда ты говорил вайб?
Не знаю. А чё, вайп скоро? Вообще, я рофлил, типа. Чё за навыки загрузка, отгрузка? Ой. И года не прошло. Ой, блин. Главное, что получилось, ты ж понимаешь. Так, ладно, мне теперь нужно этот... На базу. Вилкой в глаз или на стрим раз. Так. Арсенал. Давайте поулучшаемся. Зачем нам деньги, если мы не улучшаемся? Логично же, да? Я получаю пока только фиолетовые шмотки, на самом деле. Ну чё, как играли? Игрули на чат. По-моему, забавная, да? Как вам вообще в целом-то? Блин, они же все реестрятся, когда я возвращаюсь, понимаю. Ага, вот тут было закрыто, кстати. Вот тут... А, так она и закрыта. А что я тогда открыл, подожди. А, так это вообще локация, в которой я не был, лол. Получается. Или я был? Dead Cells лучше? А чем же она лучше? Ну так, чисто навскидку, чтоб я понимал. А то у меня-то Dead Cells есть, тоже ключом присланная, но я ни разу в нее не играл. Жесть. Блин, пришлось под пульки встать. Вот достал с графон, что да. Здорово, калачик. Ля, какие люди в Голливуде. А ты играл в нее, что ли, калачик? Откуда ты знаешь, что она кайфная? Ау! Что-то здесь, по ходу дела, на базу нельзя возвращаться, чат. Да, она типа... Ты ее купил или что? Она еще не вышла, она в 21 году выходит. Это демка. Которая раз в этом, в Epic Game Story распространяется. Ты уверен, что ты в нее играл? У Dead Cells боевка классная, типа геймплей интересный. Ну, может быть, да. Про боевку не спорю. Потому что не играл. Чат, я не понимаю, я же здесь был уже. Тогда не мне. Ну ты про Dead Cells говоришь, это понятно. Да блин, поп-поп. Они очень похожи. Они офигеть как похожи. Да блин. Бутро. Ну, не, скорее не друг у друга, а вот эти ребята, наверное, стреляли. Она же еще не вышла даже. А выглядит уже один в один, как Dead Cells. Блин, да я их не видел даже. Вот подожди, вот здесь сейчас будет проход. Да, который я сначала не заметил. Что-то я ничего не понимаю. Я запутался. Я же там все пробежал. Dead Cells давно вышло, да? А это еще не вышло. ЕТГ с...
Оскара мисс... Нет, я не думаю, что у Айзека. Это похоже. Вот такой намек, что... Да, сейчас пойдем уже. А тебе это тоже, да, не понравилось, а не игра? Понимаю. Я тебе... Типа всяких примочек больше. Но подожди. Мы еще не посмотрели ничего толком. Блин, под водой она просто медленно типа двигается. Но при этом и пушка у нас толком не стреляла. Она из воды плохо выпрыгивает. Опа, что-то новое. А что новое? Фиолетовое у меня не... А, была, да, дробовик. Стали, короче, можно... А, ну не уничтожь, мы их потом в кузне распилим. Как я просто стал, да, под пулю? Так, а ну-ка не юзайте там. Я же играю, чат. Так. Посмотрим, что здесь есть. Так. В смысле? Калач, как дела? Я тебя 100 лет не видел. Не знаю, мне прислали State of Decay, типа там новая DLC вышла, и мне его прислали. Я хотел ее поиграть. Но для этого мне нужен Джеронимо. А Джеронимо что-то нету на стриме, я так понимаю, да? Селс не надоедает? Да блин. Я вот хочу поиграть, да Селс может быть пройти. Я так посмотрел, она вроде не сильно длинная. И мне нравится... Dead Cells привлекает то, что там есть интеграция с чатом. Вообще не понимаю. Вот на этом моменте я и типа все, не знаю куда идти. Здорово, компот. Есть идеи? Чат. А, ну здесь просто нет проходов. Так, хватит ля. Но налево типа можно идти, но я не знаю, закрыто там или нет. Так, здесь мы падаем. Так. Ну вот сейчас налево будет проход или он закрыт будет? Он закрыт, да. Хотя двери я открыл. Где еще может быть? Не услышал от Тости. Да. Так, вон есть еще вверх. Паладин скачал, по твоему совету понравилось, но катка слишком короткий, больше 160к урона не набивал. Ты... Тихо, чат. Ты успокойся, чат. Сейчас бы в стримера стрелять, который играет. С работы ушел, ком сломался из-за карантина, его не чинят, Киев тоже на карантине закрыли, домой не уехать, заболел. Да хватит, чат, ля. И так помял, что... Да... Да что вы делаете? Понял, калачик, понял. Но сейчас у всех беда с этим, дядь, тут уж ничего не сделать. Вон она, наконец-то я нашел. Блин. Чат, да успокойся. Да хватит стрелять, блин. Я ограничение поставлю, вы, блин. Хватит. А, чат. А. Успокойся, чат, блин.
Я вот так буду сидеть, и вы не попадете. В смысле, потому что могу? Ля, я же не для этого сделал. Он не проехал сквозь нее. Хорош, блин. Чат. Так, окей, подождите, я запутался. А, ну все, проход вот здесь, который нам нужен был. Да надо каску, да, одеть туда. Так, все, дверь открыта, чат. И мы дойдем до босса сегодня или нет? Мы сколько уже в нее? Час 40 играем. Час 40 играем, и пока что-то я не вижу боссов здесь. Оперативники из радуги палят. И такое может быть. Блин, лук мне нравится, конечно, жестко бахает. Привет, Старка. Макс, ты все еще хочешь, чтобы я тебя на таможне поймал, выцепил? Я не пойму. КВРшм. Натуре, я же не слышно было, да? Да что за осуждение, чат? Я и разные игры стал стримить для вас. Бачу меньше. Ого, и господи. Ну давай. На мой. Элитку нашел. Ну это такая себе элитка на самом деле. Мне больше вот эти парят, от которых я не могу защититься. Нет, Максимов. Ладно, Романыч, ну что ты? Ну не при всех же, ля, осуждать. Так, сейчас что-то будет, чат. Блин. Блин, вверх. И пули нет. Я тупанул, сейчас могу умереть. А, нет, фу, пассивка сработала, лол. Вы видели, как пассивка сработала? Еще и разными лапками бьют. Блин, патронов нет. Можете задонатить стримеру, потом осадить. Эх, донаты. Калачик перестал смайт стримить на некоторое время. И типа понимаешь, да, что случилось? Я положу конец убийствам, там что-то бла-бла-бла. Хорош, Костян. Вот Костян. Сейчас что-то будет, чат. Приготовься, сейчас что-то будет. Чат, готовы? Чат, чат, чат. Готовы? Ух ты же, египетские здоровые силы. Ну, здравствуйте. Тихо. Тихо. Ты шо, мать? На. У нее хп не отбавляются. Да не осуждайте во время боя-то. Тихо, чат. Я же не знаю даже, что здесь произойдет сейчас. Да ты ж... Ага. Тихо, еще стреляет, чат. А можешь здесь стрелять пока? Ай, глаз зачесался. А! Тихо, тихо, мать. Цапнула меня. Похилимся. А-а!
Ты хоть кричи, хоть не кричи. Ау! А если я ей ЛТ-шечкой дам, ей вообще больно будет? Но если будет, то не особо. Надеюсь, фаз других не будет у нее. Чатик, такой чатик это... Оу, щит. Ты раньше так не делала, мать. Ты же птичка. Я тебя должен луком завалить. А как это и выйдете, если я не вижу, куда она летит? Нет! Как это и выйдеть? Алло, хп нет. Ать. Ты что делаешь? Блин. На стенах Коля, который дамажит? Не видел, я не обратил внимания. Holy shit. Ну давай попробуем улучшиться. Как-то она мне жестко бьет, слушай. Так, ага, у меня нет денег на улучшение, да? DS... А, ну подожди, нет денег. Как это нет денег? Сейчас будут деньги. Дед, вот это победный раунд. Чат, это ж вы любите такие игры, разве нет? Сейчас мы все продадим ненужное. Давайте попробуем не луком стрелять, а дробашом. Ну, не дробашом, вот этой пушечкой. Окей. Надо запомнить это. Я ж понимаете, я могу забыть это, скорее всего. Так. Так. Хватает? Блин, не хватает. Все, теперь я готов. Теперь я готов. Так, сейчас мы до птички снова пойдем. Я надеюсь, там далеко не придется костылять за ней. Надеюсь, что не придется. Мобы все восстанавливаются, это, конечно, не очень прикольно. Блин, а в какой стороне она была? Ну, вот эта дверь была последняя, которую мы открывали, да? Блин, забыл про этих петухов. А так это пистолет, лол! Зачем я его улучшал, блин? А, он тоже ваншотает, ладно. Да сейчас везде все закрывают, ребят, в связи с коронавирусом. Блин, ну хорошо, что меч улучшили. Не нужно было на пистолет деньги тратить, на самом деле. В нем патронов не намного больше. Не, ну на этих шоты этого достаточно, в принципе. Не, ребят, из-за коронавируса как раз таки стримеры, это круто будет. А если вы мне еще донатить будете, чтобы я смог жить на эти деньги? Каждый патрон за один удар оружием. Да? А ну-ка. Два даже патрона. Во, все, нифига, как ты увидел? В натуре, блин, это круто, это круто. Еще бы понять, как хилка генерируется. Следил, нифига ты какой этот
Рыбки. Нет-нет-нет, второго не вызвать. А-а-а. А, он пройти не может сюда, лол. Пол хп, он мне просто не... Понимаю. Что, хилка, что... Да я понимаю, что за удары, но я не понимаю, как, в каких пропорциях. Почему? У меня билка не сработала. Я сейчас к птичке подойду, не вообще не готовый, чтобы вы понимали. Это максимально плохо. Потому что спешу, блин. Если меня сейчас что-то не похилит, то я не знаю. Ну вот опять птиц. А, смотри, я выхилился. Фулл хп, лол. Ну давай попробуем. Хаби Бустыч, здорово, дядь. Сегодня прям стариканов много на стриме, ля. Ой, я ее еще и... Сработала пассивка на оружие. Можно еще пассивку? Старикан для стрима, я имел в виду. Так, теперь ее нужно заявить, чтобы она упала. Нет, нет. Ну блин. Давай, прыгай уже вниз. Блин, вот сейчас тяжело будет. Вот она прямо посередине летит. Ну камон, вот как мне ее заэвейдить? Я случайно нажал. Не понимаю. Да жесть, я все сосульки поймал. Блин. Они были четвером в каком-то промежутке. Да по-моему нет, я попытался же, блин, да камон. Короче, сейчас этого босса убьем и пойдем во что-нибудь другое поиграем. Наверное. Пока мне нравится, слушайте, игра забавная максимально. Ну как ты хотел, бустер? Как по-другому? Я про петушню маленькую забыл. В смысле? Ты не веришь, что я ее убью или что? Да нет, я понимаю. Я понимаю. Просто область поражения у нее какая-то безумно огромная. Мне вот это не понимаю. А пройдешь? Да слушай, да. Что, мне не веришь, что ли? Короче, пассивку не используем на хилку, потому что хп все равно восстановится. Да сейчас убью чат. Чекайте. Сейчас убиваю, с вас донат тогда, договорились, да? Патроны все потратил просто так. Так это же не я предложил этот чат. Ну не, надо чуть-чуть чутка подбавить. Да я чутка чисто. Так, чтоб чат не расслаблялся. У тебя один шанс. Окей.
Опа. Блин, маленький процент, конечно, то, что сработает пассивка. Бессмертушек. Ладно, чат, договорились, бессмертий. Блин, нету. Вот эти элитные сильные, конечно, ничего не сказать. Так. Так. Это программа. Приветствую вас, это программа «Сдохни или плати». Окей. Так, ну что, вы готовы, чат, к моей победе? Надеюсь, все приготовили. Сейчас все, подожди, чат, подожди. Ой, хорошо, все, погнали. Я в Dead Cells толком не играл, калачик. Мне прислали недавно Dead Cells с DLC-шкой, с новой. Я планирую ее пройти на стриме. Но я купил еще биошоки вчера все. Поэтому мне как-то нужно время рассчитать. Блин, тяжело эти эвейдить. Плохо, плохо, плохо. Плюшенцу это словил сейчас. Да блин. Понимаешь, что так нечестно? Тупая птица! Ауч! Все, сейчас не смотрю. Я чуть люлей не отхватил только что. Нет, нет. Я не понимаю, я же успеваю. Ты что, глупая? У нее новая какая-то способность. Чат, это нечестно. Чат, ау. Да госп. Да... Ты что, издеваешься, что ли, птица? Нет! Ну типа я хз, как ее убить, лол. Мы же говорили. Да тяжело мне за водичкой следить и за этой. Ну, короче, как вариант, это нужно пофармить. Бегать за ней, когда летает. Но хорошо, если я буду снизу, и она снизу начнет лететь, я что сделаю? Получу урона, да? ГГ, короче, да в смысле? Я был сейчас такой уверенный в своей победе, вы бы знали. Да блин! Все, у стримера горит жопа, чат. У стримера горит жопа. Я типа не знаю, что сделать.
Да вообще не говори, здорово, Димас. Почитать чат. В смысле? Я читаю чат и так. Ливай не твоя игра. Это в смысле? Это как тренировка перед Dead Cells, алло. Через верхние ступеньки следи. Да не, это... Блин, в чат посмотрел. Не, это... Это звучит, типа, легко. Я понимаю, как это работает, типа, и все такое. Блин, зачем я ЛТ потратил? А как мне вот этих теперь разобрать? А можно так не отрывать по пол ХП? Я застрелю так. Да? А чё, можно просто пробежать? Ну давайте попробуем просто пробежать. Мне нравится их убивать, они так забавно умирают. Там ХП восстановится, если что, чат. Главное просто дойти до этого момента. И не использовать типа пассивку на хил. Вот то, сейчас каждый раз бы пробегать, это пипец, вы что? Да в смысле ты не выстрелил? Так, ладно. Чат, вы готовы, да? Окей. Окей. Стой, а что если... А, я то оружие продал оружие то! Чё ты меня бьёшь, блин? Да блин, водичка капает! Она не прокатывается! Водичку, говорит, следи за водичкой. Я понимаю, что нужно следить за водичкой. А чату лишь бы постебаться, конечно. Да ну, это, блин, какой-то бред вообще. Я сейчас по времени не успеваю. За водичкой следи. А что если она меня отталкивает к этой водичке? Вот это как и видеть можно. Блин, еще да, стена дамажит.
Шо, я пропустил, Дримгар, шо там? Это неудобно на второй ступеньке, блин, стоять. Я не знаю, что меня сейчас ускорило, но я просто быстрее побежал, видели? Ладно. Патронов нету, чат. Максимальная концентрация. Ай, к стенке прям. Нет. Уф. Хорошо, понимаю. Да блин, туплю, потерялся в управлении. Понимаю. Это же честно, законно. Вот сейчас она ускоряется, и я просто не успеваю. Рили. А, теперь она будет всегда. Оу, щит. Понимаю, чат. Ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, было слишком легко, я не напрягся. Выполнить тир, находясь в воздухе. А и Б. А. Понимаю. Вообще легко было, чат, я серили, не напрягся. Чего вы так парились, я вообще не понимаю. Куда мы идем, интересно? Нет, слишком легко было. Не, мне так не нравится. Можно сложность увеличить у игры? А то я типа даже не напрягся. Ну что, здесь остановимся?